Всем привет, друзья и гости канала! Это третья часть невероятного завоза растений в Леруа Мерлен. Остановились мы вот на этих очаровательных гвоздичках. 222 рубля. Целая полянка разных цветов. А вот это совершенно незнакомые для меня растения. Смотрите, какие интересные, то ли бутоны, то ли цветочки. Гидрангея 695 рублей. И гидрангея микс 388. Очень интересные растения. Что-то новенькое. Очень много роз, конечно же, для девочек розы. 523. Цвета на любой вкус. Алые, желтые, белые, красные, конечно. 598. И снова розы. Сколько красоты! Высокие, необыкновенные орхидеи. Это цимбидиумы. Есть разные окрасы. Цена 2776. Вот такие красотки, смотрите, какой интересный цвет. Оранжево-персиково-кофейный. И нежно-розовые, необыкновенные цветы. И вот такая светленькая. Тоже цвет кремово-бежевый. Все необыкновенные. 372. Смотрите, какие пестрые розочки с белыми вкраплениями, перышками. Очень мне нравятся. Их здесь много, разные размеры. Крупные белые, всегда такой символ свежести. 443. Есть нераскрытые бутоны. Это очень хорошо, значит, дома будут раскрываться и долго радовать. Целая полянка. Хорошо Леруа подготовился к празднику. Смотрите, какая красавица камелия. 1254. Растений много. И все могут прийти купить себе. 1998 растения покрупнее, смотрите, еще больше. Хорошие большие кустики. Полянка цикламенов. 348. Глянцевые блестящие листочки. Это красавица. Гордыня 815. И снова много хризантем. 308. Поляны, поляны цветов. Сегодня здесь просто необыкновенный завоз. Вот такие интересные хризолидокарпусы. 383. Красиво оформили, поставили в кашпо. Здорово так смотрится. И здесь еще добавили орхидеи. Друзья, цветы подвозят и подвозят. Опять поставили высоко, но вот так в приближении вроде ничего особенного не видно. Все, что мы можем с вами разглядеть и снизу. Конечно же, есть розовые. И пятнышки. Почему вот всегда завозят так много розовых и белых? Потому что, мне кажется, это самые востребованные цвета. Друзья, что вы думаете по этому поводу?
наверное, нету такой коллекции, где не найдутся такие орхидейки. Смотрите, какие они разные. Есть узкие лепестки, есть вот такие рюшчатые. Какая красавица! И, конечно же, белоснежные. Вот очень похожа на ту, что живет у меня. И вот такой еще стеллаж. Здесь множество примул разных цветов по 96 рублей. Я заметила, расставляют растения, чередуя разные цвета. Рядом одинаковых нигде не найдешь. Красные, розовые, белые. Специально, чтобы создавать такую цветочную полянку. Вот такие пророщенные гиацинты 84. Уже видно, что разных цветов. И здесь снова много-много витрин. Установлены дополнительные стеллажи. Все вместить невозможно. Сухие букетики из ячменя 141 для создания декоративных композиций. Индийский камыш 255, лаванда 122, прекрасные свеженькие кротоны, он же кодиум, очень нравится этот сорт и окрас, 653, 582. А это 2331, цена на цитрус, уже с плодами красавчик. Фикусы с толстыми стволиками, каудексами, 1055. 582, змеокулькасы, небольшие. И снова кротоны, миниатюрные, 233, сорт другой. 221, плант микс. Это значит, что мы здесь можем встретить разные растения. Вижу традисканции, плющики, хамедорею, маранта, хлорофитум, маленький фикус. А здесь кактусики и суккуленты. Живучие, стойкие ребята. 128 и 255. Смотрите, какой красавец привлекает внимание. Будто мраморные разводы. Крупные. Ребятки, 267, 244, вот эти кактусы, целые кактусные семейки и кактусы с сухоцветами. Снова красавцы замиокулькасы, фикусы пестролистные формы, нарядные листочки, 455. Фикусы зелено-салатовые, смотрите, какая зелень. 443. Ну, очень позитивный цвет. Также здесь целая стена семян. Можно закопаться. Крупные такие драценки. Красавицы. 1556. Привлекает внимание вот этот огромный кактус. Смотрите, сколько же лет его растили. 2097. Змеокулькасы рядом. 582. Это фикусы бенджамина. 942. Крупненькие достаточно. 627. Юка. Пальма на толстом стволике. Фикусы эластика. Пальма хамедорея слева, фикус 443, пальма 488.
710 шифлера, 758 фикус лирата справа. Большой шикарный замиокулькас 3147. Прекрасные растения, совсем свежий привоз. И вот такой фикус Али. Легко узнаваем по длинным листочкам. Красавец большой. 2915. 934 цена на кашпо. А это эхмея с нежно-розовым цветочком. И вот такой еще стеллаж. Очень много женского счастья. 286. Антуриумы сегодня в широком ассортименте. И по цветам, и по размерам. 1655. Вот такие крупные растения. Рядом поменьше. 877. 677. Гортензии. Разные цвета и разная степень раскрытия бутонов можно выбрать на свой вкус. А это высокие камелии, все в бутонах. 1998. Каллы сегодня просто необыкновенные. До чего же красивые их кувшинчики с переходом цветов. Вот это необыкновенное растение. Жасмин. 792. 710 рублей. Шифлера пестролистной формы. И красавцы. Папоротники. Всегда привлекает их свежая яркая зелень. 443. Нефролепис. 1283. Агланемы. Какие красотки! Мне кажется, справа немножко другой сорт. Но очень яркие, свежие и нарядные. Спатифилум 286. Высокие, крупные антуриумы. 1655. И вот эти поменьше. Какие же красивые разноцветные покрывальца. Очень нравятся темные, бордовые. Антуриумы поменьше. 877. Вот такая еще целая витрина. Смотрите, какие шикарные бегонии и латиор. Цвет алый, желтый, красавица. 388. Каланхоя. Стойкий суккулент со стойкими цветочками. 222. Красотки розы. Оранжево-красные. Целая полянка разных цветов. 617. Вот такие фаленопсисы, миниатюрные орхидейки. Это скорее формат микро, диаметр горшочка 6 сантиметров. Но очень симпатичные. Эти растения долго радуют своим цветением в домашних условиях. Какой цвет необыкновенный. Лепестки в середине будто подсвечены. Очень красивая.
прячется. Треугольные лепестки. Очень много. Привезли их. Около 100 штук. По 617 рублей. А здесь букеты хризантем. Желтые, бордовые, красные, белые. 454. 676 тилансии анита. Яркие розовые прицветники, будут еще цветочки. И крупные ромашки гербер. Смотрите, какая необыкновенная, будто раскрашена кисточкой. 351. Бегонии. Очень много разных цветов. 388. Ихмея. Красивые листья и прицветники. Фикус бенджамина пестролистной формы. Это цена на кашпо 3,393. И вот такая витрина с разными орхидейками. Она встречает с патифилом «Женское счастье». И снова цена на кашпо. Ценники на растения оказались внутри. Орхидеек много. И не только фаленопсисы. Другие виды разные. Очень необычные формы цветочков. И звездочки, рюшечки. Вот эти высокие дендробиумы. Белые все в цветочках. Какой интересный цвет, кремово-желтый. Яркие фаленопсисы. Желтая, необыкновенная. На ней еще видны крапинки, если присмотреться. Смотрите, какие красотки. Вот это похоже на кимоно. Возможно, много похожих. Цена 795. Пятнышки крупные у центра. С крупными пятнышками мы, кажется, еще не видели. Смотрите, какие яркие красотки. И желтая с неоново-розовой губой. Возможно, это сорт Притория со светлым кантиком по краю лепестков. Здесь спрятали красавцев цикламенов. Цена 398. Смотрите, какие крупные цветы. И есть с рюшчатыми краями 398. А здесь есть небольшие драцены 395. 855. Очень красивые и необычные антуриумы. Покрывальца будто розовый перламутр, но очень красивые. И вот такие, желтые и красные.
цена 710. Но вот от этих просто глаз не отвести. Подставка для растений 3684. А здесь полянка примул 96 рублей. Очень красивые цветочки. И всегда расставляют цвета в перемешку, чтобы одинаковых рядом не находилось. Гиацинты 84. Красавец антуриум разместили в кашпо. Драцена. Это цена на кашпо 1588. Здесь орхидейки подороже и поинтересней, 1398. Смотрите, какие необычные, интересные. Розовая с белой серединкой, ну очень хороша. А вот и Magic Art. Нравится этот сорт, но у меня такой уже есть. Красавец. Цветы необыкновенные. И крапинки, и полосочки, и расписная губа. Вот такая желтенькая. И еще с полосочками к тому же. Прячутся здесь крапушки. И вот эта яркая красотка, похожа на Азиан коралл. И яркий, и спокойный цвет одновременно. Необыкновенный крас. Много цимбидиумов. А вот это фаленопсис крашеный. 1555. Такого цвета у фаленопсиса не бывает. Но смотрится очень эффектно, согласитесь. И вот такие красотки. Цена 1111. Здесь прячется тарина. Много орхидеек. Много разных сортов. Просто глаза разбегаются. Смотрите, какие пятнышки. Даже тыльная сторона цветочков красива. Смотрите, какая нежность. Вот эти цветочки очень необычные. То ли звезды, то ли рюшечки, то ли бантики. А вот это красные звезды. Целая желтая полянка. Друзья, вам нравятся желтые цветочки, признавайтесь. Мне очень. Вот такая необычная в крапинку. Очень много желтеньких цветов. В миксе их было как-то очень мало. И, наверное, решили докупить отдельный сорт. 1455. Все под названием Solid Gold, но я вижу, что они разные. Вот такая красота. Привезена в Леруа Мерлен к празднику. Друзья, мы с вами наконец-то все пересмотрели.
Я благодарю вас за внимание, за вашу дружбу и лайки. Желаю вам всего-всего самого хорошего, удачи, успехов и мира. И пока-пока, до скорых встреч, увидимся!